Сегодняшняя наша тема – это три уровня в буддийском учении, а именно это буддийская философия, буддийская наука и буддийская религия вот этот подход является плодом многолетних размышлений его стечества Далай-Ламы. За все это время его стечество давал множество устных, драгоценных наставлений, а также, в частности, даровал наставления по трехчастному видению всего буддийского учения. 에 경무 문제 말씀을 드린 개정법에다 말한 돌아요. 아니, 9페이지 뭐 찾아야 아니 경무 문제에다 당가 10시에서 뭐 지나 아니 사르드 사르드 이제 되어졌어. что его щейство даровал эти наставления эти весьма драгоценные наставления по этому подходу, который рассматривает все буддийское учение в свете философии, науки и религии, является очень важным для нас. Это очень драгоценные учения по учению. И если говорить обычным языком, то вот этот подход, по сути, является нововведением, который был внедрен его с честью Далай-Ламой. Но тем не менее, это не значит, что отделение всего учения на три уровня не существовало ранее. Когда Будда давал учения под Харми, вот все эти уровни, уровень философии, науки и религии уже были в то время. yinaa uh, taa dinday ki chung yordi taa ngay maa laa taa di nangbi ki tsingri diraay daas taaduk diraay isi chulu diraay isi laani iyo iyo maa ra isi rwaa naa kuu tsangmaa ki kuu nangbaa

sāṅbujī, 니 bādi tēn lērēs, rwa. Tā dīngi nā, dīndegi hāgu gu mēdhiyo, yīni, kārsa nāmba mā yīngi jīda, yīni, chūrū siṅba jī yīnā yā, o dīgi yuwa nā mēnā, kīsi dī jība yīnā, kūr nāmba jīg lērū gu yīg 숨바르스로 tī tōne, zō tī sōnggō yō gyō nzē kānāna, tā tī tōne, kēpiñ chīnbō bējī, jizō gā naqlo kēpiñ chīnbō. Nō sō sō gī gēr kī tōne, kāngi mānggō jī sētō, mizī kī dūna mī nā ya, pēntō chīnbō jī yō tū. Tā

В целом, не разграничивая его на его вот, отдельные уровни, уровень философии, науки и религии. Но в наше время, так как восточные страны, западные страны стали ближе друг к другу, так как в наше время, благодаря технологиям, весь мир как бы сжался более малые размеры, все люди стали ближе друг к другу, то в наше время возникла потребность изучать а, свои а, местные культуры, обычаи и так далее. И под этими, а, в силу этих условий, а, были а, дарованы наставления по поводу трехчастного подхода о том, что можно весь все буддийское учение рассматривать а, как буддийскую философию, науку и религию. Множество людей, которые не являются последователями Будды, те люди, которые являются последователями тех или иных других религиозных течений, несмотря на свои воззрения, также могут изучать буддийскую философию, также могут изучать буддийскую науку. Я думаю, что вот этот подход дает очень хорошую возможность и для остальных людей, которые желают э, приобщиться к буддийской философии и э, приобщиться к буддийской науке. Э, многие люди могут думать, что я не имею права изучать буддийскую философию, науку, потому что я не являюсь буддистом. Но и для того, чтобы устранить такого рода сомнения, его семейство, э, я думаю, вот дал четкое разграничение вот этих уровней уровень философии и науки а также уровень э, религии вот все эти наставления очень важны для нас они приносят огромную пользу всему нашему обществу также приносят большую пользу отдельным личностям поскольку они помогают нам в наших в нашей жизни и я думаю что его счастье даровал вот эти наставления по этому под трехчастному подходу, именно э, имея вот такие помыслы, хотя замысел его сестры Далаламы может быть весьма глубинным, очень высокого уровня, и может быть, что это не наше дело пытаться судить, пытаться понять его замысел. Но я как в этой в этом случае я э, попытался как бы высказать а, свою личную точку зрения, хотя она может не совпадать с действительностью. Я просто а, выражаю свою точку зрения. Возможно, его счастье даровало эти наставления именно по этому поводу, для того, чтобы люди, вся, все человечество могло в целом а, изучать, а, приобщаться к буддийской философии и буддийской науке.

Вот это ясное разграничение на три этих уровня является, как бы, уникальным видением учтивства Далай Ламы. И если обратиться назад в историю, то в 1959 году, после тех событий, которые произошли в Тибете, многие тибетцы пришли в Индию в эмиграцию. И после 59 года по 2018 год прошло где-то 60 лет. И э, за последние 35 лет, которые его, естественно, Далалама привел в эмиграцию в Индию, э, его, естественно, очень часто встречался с представителями науки. То есть э, первые 25 лет э, не были... Не было каких-либо контактов с представителями науки, но потом уже последние 35 лет очень часто проводились такие диалоги. И сейчас мы можем видеть плодотворные результаты таких встреч, таких диалогов. ee meedin ee haqoo meedee maangchaa wataa chuu kee meenengi naa kyu dogo rwaa tsingri baa dindee yin do dandaaya mootooni rooling chee leedoo kunzo loo kee meen jee meena ni rooling zaawin yin chee maa rwaa dhuzooyi tango rwaa saachaa chikni chee tarangbo

не являются буддистами. Хотя я не знаю, каких религиозных убеждений они придерживаются, я думаю, что в основном они атеисты, то есть те ученые, которые приходят на такие встречи, на такие диалоги, конференции, семинары, они в основном не являются последователями буддизма. И то, что они год за годом приходят на такие диалоги, указывает на то, что они получают э, определенную пользу от таких встреч, от таких диалогов. Если бы им не было пользы от таких встреч, то я думаю, что они не тратили бы свое время, они не тратили бы свои силы, энергии на то, чтобы планировать поездку, на то, чтобы э, подготавливать э, выступление, э, не тратили бы время на написание научных работ для таких конференций. Если бы мне было бы пользы, они бы всем этим не занимались. Но то, что они год за годом принимают участие в таких встречах, я думаю, что это является признаком того, что они, несомненно, получают определенную пользу. Они видят определенный результат, который достигается в ходе таких встреч.

Также были ученые, которые изначально, изначально думали, что зачем мне принимать участие в таких встречах, потому что буддизм это же религия. Что общего между религией и наукой? Но со временем, видя пользу от таких встреч, были такие ученые, которые меняли свое мнение и начали более доверительно относиться к буддизму. Также в прошлом году была проведена конференция российских ученых. Они общались с его ученицей Далай Ламой. Эта встреча была в Дарамсали. Приехали очень большие светила российской науки, такие как Татьяна Черниговская и так далее. Да, Дине, Дине, за манглиги яга мангбузи юру мангбуна лола цириба керачембу. Чиданги цириба кюма Дине майба керачембу намуда Дине меги цириба Дине мангбузи не пе 망베 촐레 되바나 신진네 파게 다람즈라 데 사제 고교 라고 롱고 딘데지나로라 아니 좀제 딘데지 지고레스 망베 촐 망베 망바데 촐레 되바나 지 알레 진짜 망바데로 어 такие встречи приезжают много знаменитых именитых учёных приезжают не обычные ученые, ученые, но ученые с мировым именем, очень известные ученые, ученые, которые обладают очень проницательным интеллектом. Они приезжают в Дарамсалу. Казалось бы, Дарамсала ⁇ это провинциальное место, обычное место в Индии, но тем не менее ученые приезжают в таком количестве, что они подобны уткам

И в одной из таких а, встреч я помню, как его стейство привел историю одной ученой. А, Как-то его стейство было на конференции, на семинаре, и там была одна ученая. И эта ученая всем своим видом показывала, что она очень недоверительна относится к тому, что говорит его сестра Далалама, так как она считала, что с ней в одном месте пребывает представитель религии. Но в ходе диалога, в ходе той встречи, она потихоньку начала менять свои отношения. И произошло так, что в конце концов между ними возникла большая дружба, и они, эта женщина стала более как бы, серьезно относиться

lo chik mayimba, lo nyi mayimba, saa lo mangbo chiki nanglo la dine chini donning tuigyung tu chilele, dineke nyamnyung u thoo ne ene nangbegi tadubda tsingrik dianzu tante, ene tsingrik pa tsam mayimba, zambulingki mima yung su zo bala yang nangba tsam mayimbegi ene sunda chiki ina yang ku chichwewegi И такие диалоги проводятся не один год, не два года, а проводятся в течение уже многих лет. Опираясь на опыт таких встреч, можно видеть, что буддийскую философию, буддийскую науку могут изучать не только представители науки, но это область познания которую могут изучать и простые люди, могут изучать, может изучать все человечество. Поэтому его дал очень ясное разграничение на три этих уровня. В том, что в буддизме существует часть, которая является наукой, часть, которая является философией, и часть, которая является религией. И чтобы приобщить, чтобы у всех была возможность приобщиться, изучать,

данные наставления будут полезны даже для одного живого существа, то это уже э, бесценно. И, как мы знаем, его всегда в своих выступлениях говорит о том, что он относится ко всему семимиллиардному населению Земли а равностно. он ко всем относится с любовью и именно в наше время нам выпала такая возможность слышать слушать учение этого великого наставника этой особой личности, особой выдающейся духовной личности, э, некоторым людям, э, хотя и не выпала возможность присутствовать на учениях, но очень многие слышали хотя бы об имени его семейства Далай-Ламы. Чулу, <говорот>

И хотя у нас мало времени, тем не менее, мы попытаемся разобрать эти вещи, эти явления. Хотя сами по себе они, конечно же, это весьма обширная тема. Но несмотря на это, мы попытаемся дать объяснение. А <рес> что же такое буддийская религия? Здесь мы будем приводить конкретные примеры и через них, э, отталкиваясь от них, мы будем, э, как бы давать объяснение. Там на беги э чулула харис ладу. Пена на беги чуги на лула. Лам насум. Ги намжаджи сунэрэс ламга саджуги. Что такое буддийская религия? Вот, например, есть система, которая выявляет пять духовных путей. Также а, в ней дается указание относительно десяти духовных земель, десяти бхуми. Вот все эти, весь этот комплекс а, учений относится к буддийской религии. Да, Ani lam ngaagi nanglo la, tsolam gi kapsu la, ani namshak, zholam gi kapu da, ani tholam, golam, dii kala pancha panchu mangu ju yorwa. Ani miro lam, dint sanma, ani da nangba mayimba ji da, chwe khe mi И что касается пяти духовных путей, то первый путь — это путь накопления, второй — это путь применения, далее следует путь видения, затем путь медитации, путь неучения боли. На, проходя по этим стадиям, личность отбрасывает некие объекты, устраняемые объекты, и так потихоньку подвязается в своем духовном развитии. И когда мы говорим вот путь применения и так далее. Конечно же, не буддисты, а также атеисты, которые в целом не приемлют религиозные убеждения, конечно же, они не согласятся, как бы, будут видеть данную систему как в то, что не стоит верить. Эту систему, конечно же, будут принимать сами буддисты. В этой системе указываются способы, различные способы развития ума, различные способы, как отбрасывается омрачение или негативное состояние ума. И, 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 что касается десяти духовных земель или десяти пхуми, также... Дело обстоит вот таким, таким же образом. Также есть деление на путь, на котором происходит тренировка. Также есть путь, на котором данная тренировка уже не присутствует. Также есть деление на путь святых ариев, а также путь простых обычных существ. Что касается пути святых арьев, она также может делиться на путь ариев, которые проходят обучение, тренировку и которые уже прошли данную э, тренировку. Что касается э, пяти духовных путей, также есть деление на пути уровня, э, на мирские пути и на пути, которые уже является надмирскими. Также есть э, путь, который относится к восприятию обычных существ, а также путь, который мы назвали путем о, святых Ариф. Также в целом дхарма, буддийская дхарма делится на дхарму малой колесницы и на дхарму великой колесницы. Вот, что касается учения малой колесницы, весь ее путь также описан посредством пяти духовных путей в контексте учения Хинаяна или малой колесницы. Нет деления на десять бхуми, но есть деление на восемь э, низших путей. <говорит> вот, в рамках всех этих э, систем э, указываются различные способы практики, различные способы совершения практики. Вот все это относится к буддийской религии.

Рождение в человеческом теле, а также мы все можем видеть представителей животного мира, животного царства. Остальных, остальные перерождения или остальные уделы мы не видим, вот такие как перерождение в теле божества и так далее. Это все недоступно для нас. И это все также относится к сфере буддийской религии. И что касается божеств, то сказано, что эти божества могут относиться к нашей сфере, сфере желаний, и также есть божества высших сфер. И что касается высших сфер, они тоже делятся вот в частности сфера формы, она имеет 17 последовательных уровней. Вот если все эти 17 уровней сгруппировать, то получится 4 порога тхианы, 4 порога различных уровней медитативного сосредоточения. На первых трех порогах, э, первые три порога, каждый обладает тремя уровнями. То есть получается на первом пороге три уровня, на втором пороге также три, на третьем также три. И в последнем четвертом пороге тхьяны или пороге медитативного сосредоточения в нем есть восемь различных уровней. Они Суме, что, сделать, а, что касается сферы без форм, то в нем также есть четыре последовательных уровня. И что касается божеств нашей именно сферы, сферы желаний, то они делятся на шесть типов. Наши тоже, у них среди них есть шесть уровней. А также есть описание а, миров ада, есть также описание а, тех миров, в которых обитают голодные духи. И что касается опис описания ада, то есть описание периферийных а, а, сфер, центральных сфер, которые относятся к вот,

<ис religiously> Описание сансары — это также то, что относится к буддийской религии. Да, не тарве нам Вот есть сансара, сансарическое существование, есть также освобождение, выход из сансары. Освобождение — это также то, что относится к буддийской религии. там юрист тарвале то янге тамже чембас также есть э описание состояния которое называется всеведение всеведение 嗯, выше чем просто выход из сансары выше чем освобождение да там да и комсун ги кеже де селеду я ди ян топлан де ян нюмо бонзу ги кеже ман де не юрист ди нюмо де ла жиден беги нюмо осла горис 뉴모델의 지리 뉴모델의 지덴베기 뉴모스라니 계실래도 단다기 Вот И что касается высших сфер, то сказано, что перерождение в них обретается, когда индивид отбрасывает те или иные негативные состояния ума. То есть вот эта вся последовательная цепь высших сфер, уровней высших сфер, они отражают уровень отбрасывания омрачений сами омрачения могут быть рассмотрены в призме того, что они являются обычными омрачениями, общими омрачениями. Есть также омрачения, которые называются мирскими. Вот последовательная цепочка высших сфер отражает как раз отбрасывание мирских омрачений. не высочайшая точка во всей этой череде сансарических перерождений, высочайшей точкой является ä, сфера без форм, а именно уровень, который называется вершина циклического бытия. А самой низшей точкой всей сансарии является перерождение в мирах ада. DENNIS и данное описание, описание всего мира, мироздания является не особой, особым объяснением буддизма. Данное описание также есть и у других некоторых религиозных течений. Например, в древней индийской э, религиозной мысли, которая называется самхе, также есть описание всех этих миров. Они соответствуют буддийским описаниям. И они считают, что наивысшая точка сансары, которая называется колесо, цик, э, вершина колея, э, циклического бытия, является тем, что мы называем состоянием освобождения. Ну, ну. И для того, чтобы отбрасывать эти омрачения и э, перерождаться в более высших сферах, сказано, что необходимо обрести э, умиротворенность ума или шаматху, а также обрести э, проникновение.

перерождение в высших сферах, тот, кто обладает устремлением выйти из сансары, тот, кто обладает устремлением стать Буддой, обрести состояние всеведения, тот, кто верит во все это, тот, кто практикует в соответствии со своим устремлением, тот и называется, такой, такой человек называется послед, последователь религии. И для этого э, очень важно... И вот для такой практики, для такого продвижения очень важным пунктом является прибежище. Без прибежища не будет устремленности, не будет веры, не будет доверия ко всей этой системе.

и также есть множество ритуалов, множество церемоний, которые есть в буддизме. Они могут соотноситься с уровнем учения сутри, также с уровнем учения тантри. Вот, например, есть такой ритуал, который называется джинсек или огненное подношение и так далее. Вот все эти вещи также относятся к буддийской религии.

множество затворов, ретритов, которые относятся к тантрическим учениям, множество ретритов, которые совершаются в течение трех лет и так далее. Вот все это все эти практики, которые призваны обрести состояние полного пробуждения, вот это все относится к сфере религии, буддийской религии. И когда мы говорим о Будде, когда мы говорим, что Будда это тот, кто устранил все изъяны, все завесы в этом состоянии проявляются два тела хармака и рупакая. также есть отделение на три тела на четыре тела эти все системы вот эти все описания также относятся к сфере религии. религий как бы то ни было, есть множество систем различных практик, которые соотносятся либо с уровнем сутры, либо с уровнем тантры. Такие системы практик, которые обычные люди, которые люди, которые не являются буддистами. Не будут принимать. Есть множество таких практик, множество таких э, систем, э, которые принимаются только теми, кто уже э, теми, кто уже является буддистами. Но тот, кто не вступил э, врата учения Буддизма, конечно же, эти люди не будут следовать за этими системами. Также, что касается религии, то этой области также касаются проведения различных молебнов, за церковных служб. Также это ритуал снятия порчи из глаза, также это ритуал изгнания духов, бесов, демонов и так далее. Это все также относится к сфере буддийской религии. ндехана сиги лодела карцо карцо вела да нгоцо вела ги диле юро также вот божества э могут быть определены как божества тёмной стороны также божества светлой стороны да дине инди э да теда тенна сиги намша манбуджи ду намша манбуджи юрес вот есть множество таких систем э та дине инди э

такие практики, как опора на духовного наставника, или, если говорить с точки зрения учения тантры, такие практики, как гуру-йога, вот это все также относится к сфере религии. Конечно же, сейчас мы только вскользь прикоснулись к данной теме. Если говорить очень подробно,

То, что касается всей сферы объектов познания, сказано, что они могут входить в три области, а именно могут относиться к сфере материальных явлений, физических материальных явлений, либо относиться к сфере психических или ментальных явлений, а также могут относиться к сфере, которая называется неассоциативные факторы, необусловленные факторы.

Большое внимание уделяется теме сознания. Большой акцент делается именно на раскрытии явлений психического или ментального характера. И вся сфера объектов познания также и что касается всей сферы объектов познания то эти объекты познания также могут делиться на постоянные явления, непостоянные явления, вот пара постоянная, непостоянная, также явление собственного признака или конкретные предметы и явление общего признака или абстрактные явления. Также есть деление на действительные феномены и недействительные феномены. Это все эти деления отражают о, природу реальности, поскольку нау наука имеет дело именно с ней, с тем, как о, устроена окружающая нас природа. Вот, о, если посмотреть на структуру буддизма, то обычно приводится а, три последовательных а, стадии. Первая называется основа описание двух истин относительно абсолютной истин. Второе, путь, который заключается в аспекте метода и в аспекте мудрости. И в-третьих, идет результат, который обретается на основании того духовного пути. Результатом является дхармакая, рупакая, то есть просветленные тела. Что касается пути

пояснения относительно физических явлений, относительно неассоциируемых, необусловленных факторов. Есть также очень множество учений относительно того, что из себя представляет сознание. Вы можете задавать вопросы, если затем если у вас есть вопросы конечно же мы вот все эти неясные моменты на них будем останавливаться потому что uh, некоторые вещи я сейчас uh, как бы не в состоянии сходу вспомнить uh, если будут такие вещи uh, вы можете сразу задать uh, далее в конце. Версии. Что касается физических явлений, то здесь есть описание а, того, что из себя представляет а, форма, как цвет, как форма, и что из себя представляет очертание как а, физическая, материальная форма. А, какие функции они несут, как они взаимодействуют, вот это все также очень подробно описано.

что из себя представляет главный ум, а также ментальные факторы, также что такое достоверное познание, недостоверное познание и так далее. Вот есть раздел учения, который называется «Лорик» или «Тема учения и знания». И в контексте данных учений описываются все эти классификации подразделения сознания. И теме сознания уделяется, пожалуй, самое большое внимание. Именно эта тема раскрывается самым подробным образом. самым подробным образом. Oh. Описывается, какой именно силой наделено сознание, какой потенциал есть, скрывается в уме, какие есть виды, какие есть состояния ума таких состояний бескрайнее множество и даются весьма ясные четкие описания весьма ясные объяснения толкования всех этих видов как они работают как функционируют какими свойствами они наделены и так далее вот относительно всего этого есть очень обширные объяснения да 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 да, И что касается ума, то здесь эта тема также является смежной темой для того, что мы называем я, вот свое я как личность. И что касается объяснения, что такое я, что такое личность, Конечно же, есть большие э, несогласия между буддистами и небуддистами. И внутри самих последователей буддизма также есть весьма различные объяснения того, что из себя представляет я, что из себя представляет личность. И сейчас э, основной темой диалогов между буддистами и...

в среде академической и научной мысли царствовало мнение, что сознание ума как отдельного явления не существует. Сознание это есть функция мозга. Помимо мозга нет отдельного явления как сознание, как ум. Да, ранее среди ученых бытовало такое мнение, но в наше время уже наблюдается сдвиги, очень многие ученые а, говорят, что что-то есть, должно быть помимо мозга. А, то есть сейчас уже а, пришли к стадии сомнения. Вот при, очень многие ученые уже сомневаются, что все дело касается только мозга. Очень многие сомневаются в этом, думают, что есть нечто а, отличное от мозга.

есть весьма подробные объяснения относительно того, как а, посредством развития благих качеств, положительных качеств а, добиваться счастья а, и как устраняя негативное, освобождаться от страданий. И таким образом вскрывая природу реальности мы приходим к знанию относительно отдельных явлений, приходим к знанию касательно отдельных феноменов. В буддизме есть выражение, которое звучит следующим образом. У субстанции, то есть у различных феноменов, есть различные способности, различный потенциал, который трудно охватить мыслью. То есть, проникая в природу реальности, мы приходим к знанию относительно различных свойств тех или иных явлений, тех или иных феноменов. И анализируя те или иные явления, мы приходим к выводу, что данный феномен является составным явлением, а данный феномен является не составным, не обусловленным.

Составные явления и несоставные явления. Составные явления ⁇ это те явления, которые изменяются, подвержены изменениям. Это те явления, которые обусловлены причинами и условиями. А несоставные явления или не обусловленные явления ⁇ это те явления, которые не подвержены процессу изменения. Также это те явления, которые не зависят от причин и условий. <сослушалась> А также в ходе анализа становится очевидно, что составные явления, которые зависят о своем становлении от причин и условий, являются непостоянными. А несоставные явления, так как они не обусловлены причинами и условиями, они являются постоянными феноменами. 추컨데 다 규다 꿰네 되데바지 추체 치단기 추 탐제 간데 되지이나야 핀준직지로 추체 민도스네 다디 추이 데데기 남자데 배할레비기 된지 되고 중앙스라데 상제 냐지 어 также Что касается зависимости, обусловленности, есть вот составные, вот мы только что говорили о составных явлениях, говорили, что они обусловлены причинами и условиями, но если посмотреть на все феномены, то мы увидим, что они даже не составные явления, даже они могут опираться, быть зависимыми от других явлений. То есть все явления, обладают зависимой природой, они взаимообусловлены, все явления взаимообусловлены. И вот эта идея зависимого возникновения является уникальной чертой, которая присуща буддизму. Идею зависимого возникновения в свое время изложил первым Будда и только он изложил эту идею больше на свете других таких правовестников которые бы проповедовали зависимое возникновение на нашей земле на нашем свете не было в любое явление обладает зависимой природой данное утверждение является как бы тем что тем что определенно раскрывается именно в контексте буддийских учений И вот это зависимое возникновение также обладает разными уровнями грубости, тонкости, природа завис... зависимого возникновения, может быть рассмотрена в контексте причинно-следственной связи, в контексте э, зависимости основы обозначения от э, обо... обозначенной вещи, также может быть рассмотрена как зависимость целого от своих частей.

сказано, что все явления на, на все явления существующие на нашем свете все явления по, и обладают природой зависимости, все они зависимы от чего-либо, обусловлены чем-либо, и эти э, объекты познания напрямую связаны с субъектом, то есть напрямую связаны с умом познающими эти явления. И так как есть данная связь, познавая эти явления, можно вызвать определенные изменения в уме. Вот эта познаваемость указывает на то, что через познание можно вызвать определенные положительные благие изменения в сознании, в уме. И сказано, что сам по себе ум ⁇ это нечто, что обладает весьма большим потенциалом, очень большой силой. И что касается видимых для нас явлений, которые указывают на силу, на потенциал ума, это, пожалуй, таким явлением, пожалуй, может выступить наша история. Мы увидим, какое большое развитие мы прошли. Но, тем не менее, на развитие всего человечества, тем не менее, мы видим, что ум также создает очень большие проблемы.

И что касается зависимого возникновения, то сказано, что эта идея обусловленности, зависимости всех явлений от чего-либо является царем всех логических доводов, которые обосновывают, что любое явление не обладает самосущим бытием, самосущим существованием, не обладает даже на атомарном уровне неким объективным существованием.

взаимозависимости восхваления Будди за его учение о зависимом возникновении пишет о том, что Будда — это тот, кто видел явления так, как они существуют на самом деле, и в соответствии со своим видением обучал, обучал других. И здесь в этом четверестише uh, говорится о том, что у Будды было видение, которое uh, соответствовало способу пребывания объектов познания, то есть соответствовало самой природе реальности. реальности. Да? да, так поэтому сказано, что какое бы мы явление не анализировали, мы бы не смогли бы найти объективное существование в этих явлениях. Любое явление не обладает объективным существованием, не обладает uh, неким самобытием. Но это также очень обширная тема. Если мы будем на ней останавливаться, у нас, uh, опять же, uh, не хватит времени. я сейчас Исходя из этой логики, можно прийти к выводу, что все познаваемые явления, все объекты познания могут быть расценены как составные явления в том плане, что они, любое явление может состоять из некоторых частей, из некоторых уровней

ученые говорят о том, что атом это не есть, не является неделимой частицей, что атом также может быть в дальнейшем разделен на на еще более мельчайшие частицы, на еще больше, на еще более мелкие элементарные частицы. Но про это, про делимость всех физических явлений

в принципе, попадает а, под этот принцип, даже сознание может быть поделено. А, вот все объекты познания могут быть далее расчленены, разделены на еще более мелкие составляющие части. Mm -hmm. Также время... Время — это не физическое явление, время — это также не психическое явление. Время — это неассоциируемый, необусловленный фактор. Время также может быть поделено, может быть делимым бесконечно. И что касается времени, в буддизме также есть весьма обширные учение относительно того, что из себя представляет три времени, система трех времен. Таким образом, в буддизме а, даются а, пояснения относительно множества познаваемых явлений, а, даются пояснения относительно их свойств, каким бы ни было явление, даются

обладает неким своим потенциалом. И субъект, который познает эти явления, также обладает своим потенциалом. Когда потенциал познанию субъекта мал, а когда свойств объекта чрезмерно большое количество, тогда возникает как бы проблема. Но когда потенциал субъекта, потенциал ума познать, а также свойства объекта, то есть его потенциал, они равняются друг другу. тогда э это то, что нам надо. И в буддизме также есть множество таких описаний, как добиться этого. Тиданги седжаги целеды. Тибена целеды табджуди, они чадун джанседа. Ин чедунги ги э чадун де чедун де джанселе дене, не ко табджуди цеде ора. Набиги чюге на ора. Седжаг целеды, ни тец маибо. Не соде, соле дебеги. 차동 장제의 체동 능력이 수위 최마도 소진의 최마도 제도 말아. 수리 대비겐 시제의 최 망고주의. 연구 탑주 심배의 통의 제례고로. 시제의 시제의 최의 수치부 제도 말아. 근데 인 님이 되지게 최의. 인 시바들이 다그 수리 대비겐 탑주 담만라고 통의 고이 우촌에 обладают такими инструментами, как а, телескоп, как а, микроскоп. обладая в своем арсенале такими инструментами, ученые обогащают свое знание о внешнем физическом мире. Но, но буддисты в буддизме есть такие инструменты, которые на основе которых познаются не только физические явления, но и явления ментального характера, явления, которые относятся к сфере сознания, которые относятся к сфере неассоциированных, необусловленных факторов, потому что Вся сфера познаваемых явлений, она не ограничивается только материальными, физическими процессами. Есть также процессы психические, ментальные, есть также явления, которые не являются ни психическими, ни, ни э, физическими. И что касается принципов исследования, в буддизме даются четыре таких принципов. Также есть описание явлений, которые делятся на явления, которые открыты для непосредственного познания, то есть открытые явления и скрытые явления, и весьма скрытые. Mm -hmm открытые для восприятия явления. Вот, их можно анализировать, изучать, применяя телескоп, применяя микроскоп. Но что касается скрытых явлений, скрытых от прямого восприятия явлений, то здесь уже телескопы, технические средства не помогут нам. Да, дензуги лягать чизи то не и что касается сознания, также выделяются те его аспекты, которые относятся буквально к аспекту метода и к аспекту мудрости. И также даются описания, как они функционируют, как они работают. И описывая, как они развиваются как они усиливаются э, даются средства благодаря которым мы э, в состоянии решать многие проблемы с которыми мы сталкиваемся сейчас в нашем мире но это то также весьма поверхностное объяснение то что я объясняю то есть я говорю о тех вещах, о которых я сейчас в состоянии вспомнить. И мы здесь ограничимся вот таким видением, потому что если я буду дальше продолжать говорить то, что приходит мне прямо сейчас в ум, то также времени будет явно не хватать. И третье касательно буддийского буддийской философии вот, в тибетском она вот это слово философия буквально звучит как воззрение установленное воззрение и это тибетский термин на английский переводят как философия и соответственно на русский тоже переводит как философия <можевые> <понжевые> вот, тибетский термин установленное воззрение касается двух понятий первое это воззрение как э, система и второе установленное здесь указывает на философские школы и таких философских школ в буддизме насчитывается четыре. Все эти буддийские школы имеют градации, есть низшие, высшие.

анализа, вот это называется философской школой, то есть результат, э, выявляемый результат или плод э, критического анализа и называется философской школой. А те, кто провозглашает это, называются, эти люди называются последователями той философской школы. え、石石チュ田、まと根土先生、追連語先生、殿堂の諸々の13部勢よろ。天球はでに倒走でれでよろ。天球はでに時年の屯。彼のまと時年 философских школ а даёт своя весьма богатая понимание, своя весьма богатая толкование относительно различных явлений относительно разных объектов познания. О них мы говорили вот в, в теме науки во время темы буддийской науки. И Среди всех этих буддийских философских школ считается, что просангика является наивысшей это наивысшая философская мысль. Воззрение просангики соотносится также и с мирским, с нашим пониманием, с мирским мировоззрением. Uh -huh. Uh -huh. Сам Будда uh, в свое время говорил о том, что весь мир, хотя пытается спорить со мной, но я ни в коем случае не веду uh, спор с остальным миром.

вот, таким образом, здесь понятие «установлено» относится к философским школам, а понятие «воззрение», то есть «установленное воззрение», вот вторая часть воззрения относится к воззрению зависимого возникновения. Или еще можно другими словами сказать, как «воззрение о…» зависимом возникновения в контексте причинно-следственных связей. Из этих двух воззрения о зависимом возникновении, а также воззрения о воз... зависимом возникновении в контексте именно причинно-следственной связи, сказано, что вот второй уровень, он гораздо более важнее, вот уровень причинно-следственной связи. Так хорошо, да. Пена, тинжунг тават кеселе ду туда сиги кеселе ду туда шембасунги ко рангцни тубаджи ко. Кеселе горо. Рангни тубади селе ду тинжуга чибуде ранши ги мадо ва селе ду 칼라나 라지 유튜브디 케디 말레나 Khunzu gyundegi namshadi, dendegi namshadi shaadhugwaa 말다 Gyundegi dendegi namshadi shaabwaa laa nyebaardo koo rangshidi uthubaji keelenguwaa chaaagwaa raa. Choodaa maazaa. Tee nye indu, tela dende koo gyundegi namshadi koo keechingbuji indu. Tee ghi toni, gyundegi namshadi laa dhugwaa raa. Gyundegi namshadi laa dhugwaa naa 돌 naaloo laa manzu gyundegi namshadi tsamaya haa koo Почему же так важна именно так важен именно уровень причинно-следственной связи? Есть четыре философские школы, о них мы сейчас только что говорили. Первые три, начиная от Вайбхашики и до читаматри, они так или иначе... То есть, простите, не так, немножко не так, сейчас перефразирую. Все философские школы, кроме матхиамаки, прасангики, они признают идею того, что явление существует в силу своей природы. Вот все философские школы, кроме Прасангики, следуют этой идее, что объекты обладают неким уровнем самобытия, неким уровнем объективного существования. Поскольку если бы явления не существовали объективно, то тогда рушилась бы вся система причинно-следственных связей. Если вещь не существует объективно, тогда причинно-следственные связи касающиеся этой вещи, также бы разрушились. То есть представители этих школ так или иначе были вынуждены соглашаться с тем, что явление обладает самобытием, что они существуют в силу определенных собственных характеристик. Поскольку, если с этим не согласиться, то рушится наше обычное мировосприятие, которое строится на принципе логии причинно-следственных связей. Если не согласиться с этим, то для них все рушится. Поэтому они вынуждены были с этим, э, для того, чтобы выстроить систему причинно-следственных связей, они были вынуждены согласиться с тем, что явление существует объективно. Но что касается просангики, то у них особое воззрение. сказано, что они выстраивают эту систему причинно-следственных связей э, одновременно, то есть будучи последователями зависимого, идеи зависимого возникновения. Даже следуя причинно-следственной связи, они, тем не менее, отрицают само бытие. Очень важно изучать положение философских школ, вот когда мы идем в школу, мы же начинаем с первого класса и далее последовательно идем. Точно так же здесь очень важно изучать воззрение этих философских школ, потому что каждая из них раскрывает природу реальности. Конечно же, очень трудно сразу перескочить на уровень понимания Мадхайма Кипарасангики, потому что это очень глубокий уровень, и нам попросту не может хватить остроты интеллекта. Например, мы, когда снимаем кожу с луковицы, мы же вначале снимаем внешний слой, потом второй, третий и так далее. Последовательно идем. Да, цинь.

В тибетском языке они говорят буквально как у тех, кто провозглашают установленные воззрения, то есть это философы. Также есть последователи системы Цанит, то есть последователи системы, где указывается определение явлений, их свойства, их характеристики. Также философы могут называться теми, кто следует за путем логических доказательств.

в монастырях изучается, как я уже сказал, через изучение пяти дисциплин, пяти предметов. И из этих пяти предметов два относятся к воззрению Хинаяны и три относятся к воззрению Махаяны. Два предмета, которые относятся к Хинаяне, это Виная, а также Абхидарма.

а что касается трех предметов, которые относятся к учению Махаяна, то это, во-первых, Матхиамака или Средний путь, во-вторых, это литература праздника парамиты или совершенство понимания, а также это литература, которая относится к теории познания, буддийской теории познания. Намдет. Литература, которая относится к буддийской теории познания, называется «Прамана». Есть обширный комментарий на Праману, или, то есть на достоверное познание и вся это, или данный предмет называется вслед за этим трактатом. Обширное толкование достоверного познания. Эти предметы относятся к учениям сутры, но также есть и разделы которые относятся к тантре <связывая> вот если глубоко вникать в эти основные исходные пять предметов то можно их изучать как бы бесконечно и в этих пяти предметах есть совсем разные темы, совсем разные изучают, изучаются совсем разные вопросы. Что касается положений четырех, положений четырех философских школ, то они полностью также Раскрываются в этих пяти предметах. Также спорные моменты между философскими школами также весьма четко указаны в этих пяти предметах. то то для того, чтобы изучать философию, для начала надо освоить, что из себя представляет логический путь доказательств. То есть надо для начала освоить логику. Есть множество способов освоения этого пути, множество способов освоения логики. rībīki, nāmki, 도단디 cīñīdi, 칼치니 jīgī wārāsī la 최디 ngañcūki nāmbīki chūdi tīng sābū baya dhōy tīng sābūdi siñīgi la tabzūdi dhā hini dhī siñība dhī yogu siñī tuyajī dhā hini dhī siñīsāni ini yurungu uji maziyabajini Зачем же изучать а, философию а, посредством логики, а, посредством а, логики формальных суждений и так далее? Зачем ко всему к этому обращаться? Сказано, что буддизм а, ⁇ это весьма глубокое учение для того, чтобы его в полном объеме познать, осмыслить необходимо полагаться на такие инструменты, как логика, как критический анализ и так далее. Для того, чтобы быстро освоить это учение, для того, чтобы крепко отложить в своей памяти данные знания, мы должны обращаться к логике, к искусству, рассуждению и так далее. Также сказано о том, что для более легкого познания также мы должны обращаться и вообще вообще в целом логика помогает в том что наше мышление само начинает развиваться и тогда у нас вырабатывается такой навык, когда кто-то нам что-то говорит, мы не сразу принимаем это на веру, но очень критически к этому относимся, проверяем, так ли оно на самом деле является. Mm -hmm. Таким образом, вот изучение философии является прекрасным способом для... Получение образованости, для получения знаний. Бэна, тэмээ ба ги цоги, кунцу ги тэмээ ги шунг чангий урэс. Инэ кунцу ла, тандаги, циньи ги цойо ды мэ ба индэ. Тэмээ ги шунг тэнг сабу ды, тандаги, бэ ба Вот что касается последователей Хинаяна, Малой Колесницы, то у них есть весьма обширный корпус учений, которые относятся к хинаянским учениям. Но так как у них нет традиции изучать все посредством философского спора, посредством критического анализа, мне кажется, что тибетские монахи которые получают образование, традиционное буддийское образование, через прови... ну, через... получают такое традиционное образование через проведение диспутов, получают посредством натачивания навыка критического анализа, мне кажется, вот тибетские монахи лучше смогут постичь глубину о, хи, о, хинаянских текстов, нежели последователи хинаяна, у которых отсутствует о, такой элемент, как философский спор, о, критический анализ о своем традиционном обучении. Вот, когда мы находимся на берегу, мы видим, как бы дно, когда еще когда рядом с нами как бы, мелкая вода, но когда мы смотрим вдаль, то дна уже не видно. И вот глубина буддийских учений, мне кажется, она выявляется только посредством. от критического анализа только посредством проведения философских диспутов. Инди пена дуди чажена да ко чулуран редеро ко чулум дииде ина я дела философи тен чериде мушиги намжаджида дине йорестро мазу казин чешин ба мушиги таблам диги тоня э чик дигдан йорес дичик дигледе

Uh, есть uh, такой инструмент, который называется выявление отношений между двумя явлениями. Эти отношения могут быть, uh, и быть, эти отношения могут иметь четыре альтернативы и так далее. То есть, используя вот этот подход. Uh, можно очень глубоко вникнуть в явление. Он подобен математике. Вот в наше время мы изучаем математику, арифметику. Это тоже как бы один из способов познания. Но, к сожалению, в наше время вот выявление разных альтернатив между феноменами. такими как четыре альтернативы, три альтернативы и так далее. Эта традиция немного э теряет свои силы, мне кажется. Да дине инде. Дерва а та тру гриде. Да они тире гриде. Та нава майба джи жана еко дигорес. Пена казинг ешэ зазо, пена дянса лослин на лула нема пембо динде. Жанжи геши тан чазанжи. 디내장으로 И что касается философии и науки, то это такие вещи, изучение которых может быть правомерным не только со стороны буддистов, но и со стороны небуддистов. Не буддисты вполне могут изучать и философию, и науки, науку. Ранее я говорил историю, рассказывал историю об одном последователе религии Бон, который учился в монастыре.

Это было во времена, еще во времена, в районе 59 -го года, когда были прежние держатели трона Ганден. Ну, на этом я думаю, мои объяснения должны завершиться. У вас есть вопросы? что обладает постоянством и что не обладает, что не зависит от внешних причин? Что обладает постоянством и что не зависит от внешних причин? 딴다 타불레 이죠. 츠 가레로 찌레야던데 타바 타바던 뎀바 찌그레스. 츠 이로. 츠 타바던 뎀베기 츠데 커레리스. 오디르 아니 츠와직 드레시. 아니 츠와직 드레샤. 대 치기 규겐 마템베기 츠데 커레리스. 치기 규겐 이로다. 짜네 마뎀바기 덴데 츠데 커레리스. Например, несоставное пространство ⁇ это пример постоянного явления. Несоставное пространство, необусловленное пространство. Также, например, объект познания как категория ⁇ это постоянное явление. А также э, общий предметный образ кувшина, который отображается в концептуальном познании, воспринимающего кувшин. Вот этот общий предметный образ – это также постоянное явление. Также пустота – это постоянное явление. Также… Э, отъединенность от омрачений, вот это состояние отброшенности, это тоже постоянное явление. Есть множество таких примеров постоянных, для постоянных явлений. Дети. И что касается воззрения, то в буддийском воззрении также присутствует а, такая деталь, как ä, право. У каждого есть право заниматься тем, чем желает сам человек. Вот, ä, вот идея такого права также есть в буддийском, буддий, буддийском воззрении. Mm -hmm. Именно поэтому Будда говорил, что каждый является сам для себя наилучшим защитником. Ты не знаешь, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Это очень важный момент, потому что будем ли мы развивать свои силы, потенциал своего ума или нет, это полностью зависит от нас самих. А что касается воззрения о причинно-следственной связи, то в ней говорится о том, что всякое явление имеет о, начало возникновения. То есть о, каждое явление опирается на предыдущую причину. Эта причина также опирается на прежнюю, раннюю причину и так далее. И согласно воззрению о причинно-следственной связи сказано, что сознание поток сознания не имеет начала, поскольку каждый момент сознания, каждый дискретный момент или состояние сознания должно опираться на предыдущее состояние или на предыдущий момент. И таким образом мы уходим как бы, в прошлое, безначальное прошлое. Именно это указывает на то, что сознание не имеет начала. Этот поток не должен иметь начала, поскольку если предположить, что имеется некое начало, первоначало, то это начало э, будет беспричинным. То есть это начало, само не должно опираться на что-либо. Оно не должно иметь своих причин. Семь деньги.

Uh -huh. uh, говорится о том что начало uh, индивидуального uh, персонального существования не существует вот начало возникновения вот, uh, как бы индивидуального существования не бывает вот uh, именно такие наставления даются но что касается научных, научного взгляда, то здесь говорится, что человек, например, произошел от обезьяны и так далее, то есть человечество имеет свое начало о своем становлении. Но что касается буддизма, вот именно таких объяснений, которые указывают на точку отсчета персонального существования, вот таких объяснение не даётся. Сказано, что э, наше существование безначально, не имеет э, первого начала. Да. Динде инде карза. Да, шибиги яджи теруду. Не шибиги томаде сугженжигала. Шаду марисларуа. Там дина ямурум джиги. Чик себосунду вакате. Руа. Сугженжигала шаго 디네 용갈레 카브레스 손도아 Это так, поскольку мы видим, что сознание должно возникать только от сознания. То есть сознание всегда должно возникать именно из психических, ментальных явлений. Сознание не может возникнуть из физических явлений, не может возникнуть из материальных явлений. Если бы материя... Если бы мы э, должны были бы предполагать существование начала у нашего сознания, то этим началом мог бы выступить только, э, могла бы выступить только физическая материя. Но если бы сознание возникло от материи, то тогда э, трудно было бы объяснить наличие разных э, видов разных противоположных, несовместимых видов у сознания. И здесь а, буддийская философия в основном следует а, логике, в основном следует а, а, той части логики, где активно используется пора на логические признаки, на правильные логические признаки.

очень часто говорит о том, что нам необходимо э, следовать тому, чтобы между всеми религиями существовала гармония, то есть э, проповедуют, активно выдвигают идею э, межрелигиозной гармонии. И эта идея может... Э, э, вот эта идея может быть э, в полном объеме обоснована, если мы будем а uh, использовать э буддийскую философию, если мы будем использовать вот и uh, науку о логике. Да? Бена набеги э дичеле де диоро. А чулуги тоне эсимжи мангбу бежеле пендоро. Бена ишу чуедо чажана. Да, замуни ди налула. Вот, например, христианская вера учения Это учение, которое приносит пользу очень большую, пользу многим людям, миллиардам людей оно приносит пользу не только людям, последователям христианства, но и животным, например, попутно, косвенно приносит пользу животным. Также попутно приносит пользу и тем людям, которые не следуют христианству. Да, и если мы данные обстоятельства будем рассматривать в призме, через призму логики, то у нас возникнет вопрос, как, а почему, каким именно образом христианство в состоянии принести такую пользу? Как именно возникает такая польза? <звы> Ответ заключается в том, что Ответ заключается в том, что Господь Бог направлял своим последователям заповеди, а именно заповедь о том, что его последователи должны любить близких своих. И опираясь от этих заповедей, последователи христианства так относятся, так любовно и сострадательно относятся ко всем. Тендей инди ни а он гүнзин дироа а кеси канса дила э дебад гүнжол дебамена го пяндод чидомароа а причина как э того что христианство приносит такую большую пользу заключается именно в этом потому именно в этом именно в этом, поскольку если бы личность, если бы отдельно взятая личность, которая следует христианству, не имела бы веры в это, веры э, в такого Бога, вот, во все христианство, то он и не приносил бы пользу обществу. Ты не и опираясь на все это, тот или иной последователь приносит очень большую пользу. Таким образом, очень обширно, на очень высоком уровне следует своей практике. И Точно так же можно говорить и о других последователях, других религий. У всех у них есть свои определенные воззрения, и эти специфические воззрения также приводят к определенного рода Поведенческого, поведенческим шаблонам. эти воззрения могут быть выражены как вера в бога вера причинно-следственные связи и так далее и тем не менее каждая и каждая из этих религий может приносить очень большую пользу yunzen 따와데 카가로와 kakaro wa zyago yun na zyagi miin de zikbaray do pendo chaya zikbaro wa chamsay de zikbaray do dinay yun do koki tawa kakaray lanay kwa dzoba yana pendo miin do kala na koki pendo chaya de zikba yun do yun tawa la kibar manay tawa gana dzoy do дело касается вот пользы. Вот когда мы видим, что есть множество религий и у каждой религии есть свои определенные воззрения, то эти воззрения зачастую противоречат друг другу. Но это здесь не является самым главным моментом, а самым главным моментом является то, что несмотря на свои различия, своих воззрениях последователи этих религий одинаково приносят пользу э, обществу. Э, они одинаково выполняют такую полезную э, деятельность. Э, если бы мы встретились э, с представителями пяти разных э, конфессий, то они бы нам дали пять разных лекарств. Э, вот их, вот, э, их лекарства одинаковы. Вот Послание всех этих религий одинаково. То есть это ценность любви, сострадания и так далее. Вот. А, хотя их воззрения могут отличаться друг от друга, но каждая из них дает одинаковое лекарство. <человеческие> ну. <человеческие> То есть каждая из них говорит о важности любви, о таких а, общечеловеческих ценностях, как любовь сострадание. Так <человеческие> <đấy>. <человеческие> Таким образом, здесь а, очевидно, что... Разница воззрения это не самый существенный момент. К этому выводу мы пришли через э, философию, через, используя буддийскую философию. Конечно же, буддийскую философию можно использовать еще более на глубинном уровне. В свое время, например, Нагаджуна изучал небуддийские воззрения. Это мы можем понять из того, что когда он отправлял своего ученика Аридеву на диспут с небуддийским учителем, которого звали Ашвагоша, то Нагаджуна весьма обстоятельно объяснил э, Девы все основные положения небуддийских школ. Ой, я ты Они, они, Короче, они Время у нас подошло к концу. Я очень надеюсь, что... Вопрос, можно? Да, вопрос перерождений. Он относится к волнчанию.

Вопрос перерождения или вопрос будущих прошлых жизней ⁇ это то, что относится к сфере буддийской науки. Вот, например, в Канаде, я знаю, были проведены такие научные изыскания касательно этой области. Были описаны люди, которые помнили свои прошлые перерождения. И что касается воспоминаний прошлых жизней, то такие воспоминания могут возникнуть только если что-то было ранее. Если чего-то не было, то относительно несуществующей вещи не могло бы возникнуть воспоминания. И данными... Вот, люди, которые помнят свои прошлые рождения, не обязательно, а, оказывается, являются буддистами. Есть люди, которые относятся к христианской среде, которые вышли из мусульманской среды, а также люди, и, а, которые выросли а, в семье а, атеистов. То есть это а, ученые, а, про, как бы, проводили свои изыскания в этой области, опрашивали этих людей. Но у них, конечно же, свои другие инструменты для проверки, у них есть свои отдельные как бы, как бы механизмы для проведения анализа. Если бы этот вопрос относился к аспекту религии, то тогда люди, которые не являются буддистами, не являются последователями буддизма, они бы и, не, бы, они бы и вообще не, не притрагивались бы э, к тематике прошлых, будущих жизней, вот ученые в частности. <связывая> <связывая> Люди, которые помнят свои э, прошлые воплощения, это во многом во множестве случаев это малые дети малые дети не будут иметь личных каких-то обстоятельств чтобы врать чтобы давать ложные сведения малые дети то есть в детском возрасте у детей еще нет религиозных убеждений то есть они нет смысла говорить о том что они там буддисты или последователи христианства и так люди они по в своих изысканиях ученые увидели такую параллель взаимосвязь, что существа Которые были в прошлом рождении женщины, опять более склонны рождаться женщиной. Мужчины склонны рождаться опять мужчиной. Очень мало таких случаев, когда, например, мужчины рождались женщиной и так далее. То есть и, и является вот такая взаимосвязь. Также изучали а, особые отметки на теле, то есть особые физические, телесные такие. А, там, родовые <свят> пятна, ну, родимые пятна, расположение родимых пятен на теле и так далее. Во многих случаях они видели э, соответствие таких пятен. Он не зерва. Да. Время подошло к концу, на этом наша лекция закончилась. К сожалению, не получилось на глубоком уровне все преподать, поскольку я вот сейчас излагал как бы в вольном таком режиме. Я рассказывал о тех вещах, которые прямо мне по, как бы, по ходу лекции приходили мне на ум. Я очень надеюсь, что... Несмотря на это, эта лекция была для вас, что вы получили для себя что-то полезное от этой лекции.